Инструкция, как пользоваться таблицей. Надо дубликейт пейдж нажать. Дублируем. Открываем в Notion. Дальше убираем, например, шаблон. Да? Проект, время и финансы. Все в одной табличке. Можно поставить какую-нибудь заставку. Пусть будет такая. В общем, пишу, например, календарь, корпоративный календарь. Корпоративный календарь, например. И второй проект у нас, например, будет называться открытки в кофейню. Вот. Дальше. Что мы делаем? Ставим статус. Например, он еще не начат. А этот, например, в процессе. 2 часа. Теги можно... Какие ставить теги? Например. Ну, для себя это может быть, например, подработка, может быть, полная занятость. Может быть... Допустим, реланс, да? Enter. Или что? А, create. Например, фриланс. А это у нас, например, будет в дизайн бюро. Да? Create. А еще можно какие-нибудь теги поставить. Не фриланс. Можно еще тег поставить. Например, сарафан. Что это сарафанное радио? А вот это, допустим, из Инстаграма. Инстаграм. Работа, да? Так. То есть вот у нас есть корпоративный календарь. У него есть... А прогресс-то что? Он смотрит количество этапов, сколько там было расписано и сколько из них завершено. То есть сейчас у него вот 40%. 5 этапов, из них 2 завершены. Ну, да, 40%. То есть это в процентах. Да. Угу. Может быть, надо поставить, что там процентик высвечивается. То есть длительность 2 часа, баланс, сколько получилось, да, за это дело. А срок тут тоже можно поставить. Срок, что тебе нужно сделать проект, ну, например, до 28-го. Дедлайн. Этапы. Это этапы работы, это вот, допустим, корпоративный календарь. У вас сейчас такой этап, как, допустим, согласование тех заданий, первый скетч. Этапы сами расписывают. Допустим, у вас есть корпоративный календарь. И у корпоративного календаря есть. А вот корпоративный календарь, да? И у корпоративного календаря это этапы такие. Согласование этих заданий, первый скетч. Допустим, какой еще у нас может быть этап? Правки. Нет, отрисовка варианта. Первого варианта. Да? Отрисовка первого варианта. И, допустим, еще этап. Финал, раскраска. И еще, допустим, будет этап правки. Вот. Да? Да, это все корпоративный календарь. Здесь тоже можно какие-то теги ставить, да? А что, например, правки? 3 правки, например. Ну, только это не тег. А что это? Ну, 3 правки это какой-нибудь комментарий. А теги тогда что? Теги это все, что помогает, как бы, то, что не вписывается. Ассоциации. Ну, да, это какая-то себе уже внешняя система. А, как внешняя система ранжирования. Да. Хорошо. Ну, тогда получается, статус у нас теперь у корпоративного календаря в процессе. А тут пусть будет завершен.
А если он завершен, то он пропадает, да? Да, он в завершенных проектах. А, вот текущий проект, а завершенный проект попадает вот сюда вот. То есть, ну, хорошо. А вот тут вот у нас в процессе. А почему тут не обновился статус? Это статус отдельно, да. А, это статус. Этот, допустим, завершен. Этот в процессе. Нет, тоже завершен. Этот в процессе. Эти не начаты, например. Да? А тут срок. Ну, если вдруг по какому-то этапу есть конкретные сроки, можно их тоже А, прописать. ну, Ну, например, не нам обязательно, это просто, что может быть. понятно. Допустим, нам надо первый скетч сделать до, это значит end date, до, например, пятницы. И у вас тогда есть сегодня до пятницы. Вам нужно завершить этот этап. И так можно на самом деле все. А закончить финалку, например, нужно до, там, я не знаю, 28-го, вот. Да? И можно вот так вот распределить. Это у нас корпоративный календарь. Так, дальше у нас идет отдельные подходы и периоды. И тут, Нет, например, нет. нет. Итак, часть про отдельные подходы, периоды работы. То есть, допустим, рисую первый эскиз, да? Начинаю рисовать и тыкаю «Начать». Он ставится в процессе. Да? Я такая рисую, 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 рисую. И потом начинается, мне нужно закончить. И он завершен. И вот тут ставится время начала и время окончания. И проект. Если вдруг там не нажала кнопочку начать Ага. вовремя, или это позже можно взять с коллектива, потому что это просто дата. Ага. Поэтому ты можешь сказать, что на самом деле начало не в 10, допустим, а... В 9. Дон. И поработала 60 минут, получается. А теги тут какие ставить? Да не обязательно. Теги это А, это они... все поняла. Это как хочешь. Если хочется, ставишь. Если не хочется, не ставишь. Как бы иногда бывает просто удобно, иногда. Когда ты подписываешь что-нибудь там и угу. Так, что касается учета финансов. Например, начался проект. Здесь ставим, что это фриланс, например, да? А вот он дом не сделал. Фриланс. Create. А вот это, например, офис. Офис. Пусть будет офис. Офис. Вот, допустим. Аванс. Аванс дали, например, 15. 15 баксов дали, да? Ну, можно еще нажимать так вот. И тут 15 баксов дали аванса, да? А потом, например, это первая часть. Это, например, предоплата. Например, не аванс, предоплата. Ну, пусть аванс, да. Потом, а что за расход? Доход, баланс. А, ну, допустим, потом, и это все корпоративный календарь, да? А потом, например, будет этап, или нет, это надо вот здесь, да? Отдельный подход, периоды. Не, финансы не связаны с этапом. Вообще не связано. Финансы связаны с проектом только. Ну, например, окончательный. Конец, допустим. Финал. Финал. И за финал доплатили еще доход. И за финал доплатили, допустим, еще 30 баксов. Остальную часть. Да, только это надо было сказать, где такой проект. А, клиент, проект. Проект у меня корпоративный календарь. Клиент, например, у меня клиент один, например. Этот клиент один, это, например, ой, ну пусть будет какой-нибудь Газпром. Вот. И у нас получается, что
у нас есть аванс за корпоративный календарь и клиент Газпром. Тут распечатал. Распечатал я. Например, да? Ну, может, здесь заголовок не очень корректно, потому что... А как тогда заголовок перетянуть? Кто платит? Да. Ну, идея была, да, такая, что отслеживать. Ну, например, если в скобочках. Кто платит? Да? Чтобы отслеживать, куда уходят финансы. Ну, то есть понятно, что когда там всякие поступления, ты, у тебя клиент. Но если у тебя вот какие-то текущие расходы, а тебе там будет клиенту счет предъявить. Ты такая смотришь, я вот потратил там $10, например, на распечатку. И ты их потом включаешь, например, может быть, там доп. Соглашение. Проект, да. Вот, есть проекты, есть клиент, есть финансовые операции.